Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Сичеслав Рот, и я вас приветствую на своем канале. Итак, сегодня я хотел вам рассказать, как я смог дослужиться до звания контр-адмирала в Федеративном флоте. В том, что я дослужился до такого звания, я благодарен своим друзьям. Мистер Наубади, Валера Три Семерки, Мазепа, Джон. А особенно хотел поблагодарить Чебурашку. Итак, друзья. Как же все начиналось? Давайте посмотрим. Что, гражданин, не спится? Не искушай, Орел, без нужды. Мы хотим с Чебурашкой, который ищет друзей, служить в артиллерии. Конечно же, нас никто не пустил с Чебурашкой служить в артиллерию, но нам выдали скафандры и каждому по сайнбиндеру. Долгий тернистый путь нас привел к Сотис и Цеос. И здесь, уже имея определенный капитал заработанный, мы начали перевозить данные. Перевозя данные, мы понемногу продвигались по службе. Каждое звание нам давалось все сложнее и сложнее. Главным заданием для нас стало получение контр-адмирала – это уничтожение одного из известнейших пиратов системы. Найдя этого пирата, мы вступили с ним в неравный бой. Как оказалось, когда наш корабль стоял в доке, он направил своих друзей для саботирования нашего корабля. И вступивший в бой, мы потеряли контроль над кораблем. Но мы с Чебурашкой не растерялись. Перезапустив систему нашей анаконды, мы тут же вышли из боя. Прилетев на станцию, отремонтировав нашу анаконду, мы вернулись в бой и уничтожили пирата. Получив звание контр-адмирала, мы с Чебурашкой отправились в нашу родную солнечную систему, чтобы встретиться с друзьями и отметить наши новые погоны. Дорогие друзья, если вам это видео было интересным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. С вами был Сичеслав Рот. До встречи!